Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сейчас я соберу все монеты в Тока Бока. Перед началом обязательно подпишись и поставь лайк. Ну а мы начинаем. И первой нашей локацией сегодня будет почта. Поехали туда. Здесь мы должны будем взять коробочки. Возьму вот такую. И, например, еще одну вот такую коробочку. Теперь нам нужно найти монетку, которая здесь прячется. А вот и наша монетка, посмотрите, она такая необычная, она с клевером, золотая, достаточно большая. Мне кажется, она будет входить в топ моих любимых монеток за сегодняшний день. Следующее место, куда мы поедем, будет торговый центр, и мы сразу едем на третий этаж. В эту локацию мы очень мало ездим, когда делаем собирашки, но сегодня мы отправляемся вот в такой вот парк, не знаю, балкон какой-то в торговом центре. И здесь, в гнезде, мы можем найти вот такую серебряную монетку с лицом Тока Боки, а также такую же золотую. Такие две новые монетки в нашу коллекцию. Кладем их вот сюда. Здесь у нас будет отдельный яркий ящик для необычных монеток. Также будет обычный ящик для обычных монеток. Думаю, можно будет посмотреть, сколько в Тока Боке обычных, сколько необычных. Поехали. Мы едем в банк. Кажется, моя коллекция сейчас пополнится и очень сильно. Что же у нас здесь? В секретке ничего нету, зато вот тут вот я уже вижу кучу монеток. Здесь две кучки такие, также маленькая кучка. Они, кстати, от друг друга не отлепляются. Еще такая же кучка и еще. Вот сюда еще одну поставить можно куда-нибудь. Кучку эту забрали мы. Едем дальше. Вот здесь такой столик с еще монетками. Вот так вот его. Теперь здесь открываем ящички, посмотрим, где есть, где нету. Так, ну в ящиках ничего нету, вот только тут валяются какие-то монетки непонятные, на полу даже валяются. Ничего себе. Вот так вот это все собираем и также кладем в наш ящик. Отодвигаем эту дверку и взламываем сейф, такой огромный. Убираем картинки, чтобы посмотреть. И тут у нас только вот такая маленькая кучка монеток лежит, которые мы тоже, конечно же, забираем. Мы едем вот это место, такой пляжик с магазином для серфинга. Здесь мы пролистываем, ныряем в океан и открываем вот этот сундучок. Смотрите, сколько же монеток в этом сундучке. Кладем каждую монетку аккуратно друг на дружку. Вот так вот. Их очень сложно доставать оттуда. Смотрите, вот такая кучка монеток у нас. Окей, больше здесь ничего нету, в других секретках монеток нету. Едем дальше. Мы поедем вот в этот игровой центр, и тут у нас должна лежать монетка где-то здесь. Посмотрите, этот токен у нас оказывается, мы можем сейчас куда-то его положить, потом с его помощью играть, но нет, мы этого делать не будем. Так, давайте вот эти токены мы тоже все используем. Целых 20 токенов мы нашли здесь, ребята. Нет, даже 21. И вот все наши токены, они у нас необычные получаются. Все мы их кладем в коробочку. Такие вот они золотые. Все, я все забрала. Такие вот у нас огромные уже коробки, наверняка очень тяжелые. И следующая наша остановка это пляж. Едем на пляж. Здесь у нас сундучок, мы его должны откопать, открыть. Смотрите, сколько всего разного здесь. Золотые монетки. Как это все сложно доставать, правда, отсюда. Также есть розовые монетки. Еще золотая, вот такие серенькие. Но они прикольные, они даже не выглядят как монетки. Знаете, как какие-то крышки, что ли. Но мы их все равно забираем. Кладем их. В какой контейнер их положить? Я думаю, с обычными. Мы поедем в VVS на третий этаж. Открываем эту квартиру, убираем микрофон, убираем картину, нажимаем на кнопку. Теперь в этом чемоданчике забираем вот эту кучку монеток. Мы едем на стадион, на первый этаж. Ребята, смотрите, когда так происходит, что вы не можете зайти куда-нибудь, мы должны поехать домой. Я пойду сюда и выгружу все монетки, которые я нашла в домик. Вот так вот. Также мне нужно взять две другие коробочки. Обычная коробочка у нас будет, а интересная, как будет выглядеть, вот так. Две коробочки, тоже для разных монеток у нас. Берем их, едем дальше. Вот такой вот бак есть Тока Бока. Теперь мы совершенно спокойно можем зайти вот сюда, на эту локацию. Здесь мы проматываем вот в эту комнату, комнату босса. Нам нужна эта кнопка, чтобы открыть секретный шкафчик у него в столе и забрать такие две кучки монеток.
которые тоже, к сожалению, обычные. Ну ничего страшного, едем искать дальше. Едем в Chili Buns. Вот это меню снизу мы должны открыть, такой шкафчик. И здесь вы только посмотрите, новые токены с такой улыбочкой, не разноцветные, серые и такие коричненькие. Теперь вот в этом магазинчике, также в Chili Buns, мы снимаем одежду с манекена, нажимаем на кнопочку. У нас открывается такая секретка, и вот в этой коробочке Lost and Found мы должны забрать такой вот золотой токен. Следующее место в этом зимнем городе, куда мы поедем, будет спа. Из вот этого бассейна мы забираем 3 монетки, вот они лежат, такой холодный бассейн. Эти 3 монетки кладем сюда. Мы едем вот сюда, к дантисту. Здесь в баночке у нас лежат 3 токена, ух ты, классные. 3 токена забираем. Мне кажется, что в каждом месте на этой локации есть какая-то монетка. Теперь мы едем в пом-пом на первый этаж. Нам нужно открыть секретку. Сейчас вам покажу, где находятся кнопочки. Первая находится за картиной, такая желтая, мы ее нажимаем. Следующая кнопочка у нас находится вот здесь, она розовая, за такими игрушками. И последняя кнопочка у нас находится вот здесь, за коробкой. Нажимаем ее. У нас получилось, открылась вот такая секретка с крампетиком, тут спит лежит. Смотрите, он украл наши монетки, мы их у него забираем. Теперь поедем в дом, в который я уже, кстати, сгрузила все мои монетки, вот он. Нам нужно поставить полочки. Давайте также тогда поделим, что на одну сторону мы поставим обычные монетки. Я выберу вот такую полочку для них, еще, наверное, одну нужно, вот такую. А также еще несколько полочек для таких необычных, прикольных монеток. Я буду использовать вот такую полочку, такую. Ставим их вот так. Начинаем делить. Вот это вот все кучки, которые делить нельзя. Вот, по 3 штучки монетки. Так, это по одной у меня штучке. Ставим все вот так. Одна к одной, другая другой. Вот, ставим вот так вот. Это монетки по 2 кучки. Ставим их вот так. По одной. Это тоже сюда идет, это тоже сюда. Так, разноцветные монетки, тоже интересно. Одну монетку добавляем сюда. Вот так вот, ребята, я распределяю все монетки. Так, это тоже идет в эту кучку. Разноцветные монетки, как же мы поставим? Ну, давайте их поделим по цветам, чтобы перфекционисты точно обрадовались. Золотые к золотым, розовые к розовым, голубые к голубым. Вот так вот мы все ставим, сюда ставим. И это, ребята, еще не все. Мы еще вот такие вот кучки добавлять сейчас будем. Вот сюда. Еще такая вот, вот сюда вот ее. Это монетки по одной штучке тоже. Вот сюда их добавим. И еще 2 кучки. Все, теперь я точно все распределила. Мы можем переходить к следующим полочкам. Итак, токены, ребята. Ну, я думаю, что тут понятно, что золотых токенов сейчас мы найдем больше всего. Тут они все по отдельности, такие необычные монетки, они очень яркие, прям реально видно. Вот такой вот мой самый любимый. Это не токен, это просто такая монетка с клевером, она самая большая, кстати. Такие маленькие серебряные токены, их тут 3, и 2 бронзовых токена, вот так вот у нас получается. Смотрите, ребята, это все монеты, которые я смогла найти в Тока-Бока. Если я вдруг что-то пропустила, то не забудь и напиши мне об этом в комментариях. Моя любимая монетка из всей этой коллекции, я думаю, вот эта. Мне кажется, что всем сегодня понравилась вот эта монетка, она самая такая прикольная. Если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!